Всем привет, друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня мы играем очередной раз в GTA Online. Эта серия у нас связана с перестрелками, то есть собрались три стрелка, которые будут бороться за звание лучшего. И я надеюсь, это вам понравится, то, что мы будем сражаться и, можно сказать, включить режим шутера в самой GTA. Также хочу вам сообщить, что мы в скором времени будем создавать свой клан, то есть я Фиромир Азлагор, и будем набирать туда своих подписчиков, то есть любимых своих подписчиков, которые имеют желание, имеют возможность и все-таки могут поиграть в GTA. И будем устраивать небольшие сходки, то есть мы иногда будем делать гонки, где мы будем соревноваться со своими подписчиками, и также иногда будем делать такие матчи, как сегодня, то есть сражения, стрельба и сражения командами. Я надеюсь, ребята, это вам очень сильно понравится, и в скором времени мы будем играть вместе с вами. Как-то меня очень сильно начало плющить, я извиняюсь, что так размыто все. Ну все же, ребята, на этом мы будем заканчивать, точнее, буду заканчивать это объяснение, и переходим к самой серии. Не забываем ставить лайки, подписываться на наш клан, можно и так сказать, на нас троих, и всем приятного просмотра. Пропам, ребятки, и у нас продолжение. Сейчас начнется опасная перестрелочка, и, ребят, каждый за себя. Да-да-да, я включу специальный вид от первого лица, думаю, я тоже. Это, если честно, очень много придает атмосферы, но немного тяжело. А порой, стрелять. Да, тяжелее. Но я думаю, если мы привыкнем. Вот. Вы видите, ребят, еще в этом режиме показано оружие, показано, что тут можно на этой карте найти, и нам нужно убивать, естественно, друг друга. Да. Что-то я вас не могу найти вообще никак. Так, Азлагор. Ух ты, Азлагор. Ты чё там, опасный? Блин, меня убил Эдисон. Пока я убивал Азлагора, Эдисон... Я Азлагора убил. What you say? Блин, Эдисон, это было опасно, то есть так тактически, короче, нас подавали. Понял, он на балконе засел, ты смотри, где он засел. Сразу видно, у кого золотые калаши в КС, короче говоря, я сразу это понял. Да. Ну, в GTA-шке это небольшая роль, если честно. Да, в итоге сейчас такой счет у Эдисона 50-0. Ну, это как бы небольшая роль, но небольшая. Так, ну, ищем, типа, да? Эдисона. Надо убить Эдисона, короче. Да, Эдисон. За что? За то, что ты нас убил. Ах, зараза. Всё. Я же стрелял. Это твой хэд был чистенький. Ну да. Я прямо в тебя стрелял. Прикольно, кстати, карта такая закусочная, парковочка. Прикольно. Второй этаж. Да вот прикольно. Блин, я упал, короче, капец. Ну, камера так у меня прям в полочке. Ой, брончик какой-то нашел. Да, ой. What the fuck? Да я как ты меня убил? Ты меня даже не снял так где-то пятую часть. Да как ты? Ты-то выключай свои. Нет, ты чё, Азлагор, меня обижаешь. Он мне это, наверное. Блин, а вот это реально был какой-то чит. Меня Эдисон просто наказал по полной, прикончил нас. Ну, кстати, если кликать на левую кнопочку мыши, то быстрее возвращение проходит. Да-да-да, я тоже заметил. Да-да-да, кстати. Как, я хочу себе дробашку найти, чтобы сразу вас, ну, типа, один выстрел сразу. А я нашел, я уже нашел, он у меня уже есть. А вот я тоже нашел, все, короче, готовьтесь. А, то, кстати, кроме дробаша у меня есть пистолет. Спасибо за инфу. Дробовик обрез. Эдисон, ты чё там? Ты... Да как вы это делаете? Вы чё, читаки, что ли? Ё-моё. Реально, Эдисон какой-то опасный сразу. Пойду в Майнкрафт лучше играть. Да-да-да, в Майнкрафте там хотя бы тебе хэд такой сладкий не отвесит, как здесь. Зашёл в Майнкрафт, скелет там сделал хэд, всё, бам. Скелет хэд, да. Так-так-так. Так. Блин, ну так! Кто же из обреза меня, что ли? Это было эпично. У меня написано, Эдисон отправил вас к праотцам. Серьезно, отцам отправил. Это было эпично. Холодцам. Азлагор, а ты хотя бы один фраг сделал? Вообще ни одного, Эдисон, блин, какой-то читер. Ну да, я даже не знаю, то есть у меня такое ощущение, что... То есть... Да сдохни, Эдисон, ты чё творишь? Эдисон 6... Так, нет! За бред! Как он это делает? Это как? Трэш. Трэш. Просто. Просто не могу понять. Держится, лол. Читы-то выключи свои, Эдисон. А, ну да. Капец. Я не знаю уже, что делать, но я могу тоже взять обрез, может быть, я тоже мастер. А где ты его возьмешь-то? Ну, на рынке. Вы там у бабы Таси какой-нибудь. Ну, вот это разве что. Ну, блин, я на какой-то лестнице полез. А, зараза! Я убил его!
Блин, у меня почему-то все мерцает еще адово. Эдисон. О, зараза. Дай туда. Оп. Блин, что такое? Это обрез называется, Самогор. Окей, бывает. Бывает, бывает, да. Блин. Оп! Оп! Такой хэдшотец, так из дробаша, короче, отнесло. Это не слишком большая дистанция была. Ну, а знаешь, кстати, в КС-ке там какие-то дробаши, я знаю, тоже достаточно далеко стреляют, так что, видимо, они оттуда решили взять этот дистанс. Так. Я кого тут вижу. Блин. Да блин, что за хрень? Да сдохни ты уже! Что за хрень? Я тебе не могу попасть. Это шутка какая-то была, я не понимаю. А как ты меня не убил? Я не знаю. Алло? Ох, я тебе по... Ты видел это, Фирамир? Садил вас до смерти. Я тебе по лицу дал. Просто с локтя так заехал, и все, сразу как сам. Ты видел это, да? Да. Эпично. Блин, походу да сейчас блин, Эдисон, ну как ты это делать? Слушай, у него АИМ есть, не? Да. Какой-то АИМ, по-моему, работает такой опасный. Так вот и я об этом. Он какой-то, блин, АИМ. Эдисон 5 лет у шаолинских монахов АИМ тренировал в лобби, где только по голове это маг проходит. Блин. Не, этот режим мне, кстати, тоже нравится уже не меньше, чем он. Уже лучше, прикольно. Разнообразие никогда не помешает. Это точно. Так, ну окей, я уже хочу отыгрываться, что-то вы меня... Так. Так. Да. Нет, стрейфься, ты стрейфишься постоянно, это бесит. Так. Давай за мусорный бак, все, окей. А знаете почему? Потому что у меня лагает. Вот поэтому я проигрываю. Ну да, всегда так. Конечно. Как бы... У меня просто лагало. Да, у меня лагало, да. Да как? А я тебя не убил? Стоп, а кто тебя убил? И ты меня убил. И ты меня убил. Бред. Обмен фрагами. Обмен, да. Я просто кстати, даже не понял. Меня первым свалил, потому что я не получил каких-то профитов. А мне написал, что я, что ты меня убил, а я тебя не убил. Да блин, ты чё за бред? Да вы чё на меня-то оба напали? Оп. А вы поняли, вы, короче, с двух сторон меня напали? Ну, пати хард такой небольшой. Ну, да. Это вообще где был? О, шарк, тестостерон у меня какой-то открылся здесь. Я вообще не понял, где это было. Так. Блин, я вышел на центр, я не люблю на центр. О, мне какую-то награду дали за 100 РП. Типа, послание к смерти или что-то такое, короче. Опасный, видимо, поцик, так. Айм, да айм. Как? Ну вот как? Это называется хороший айм. Вот что это называется. Понимаешь, Silver 5 в КС дает себе знать. Как бы это... Я не знаю, а вы от первого лица играете? Может, потому, первого, я от первого играю. Я может потому, что от третьего лица играю, поэтому я так... Фирмир, это уже не шутки. Да как? Изи! Азаза! Просто азаза. Я вообще не догоняю, что это такое. Я почему-то даже там от бедра как-то стрелял, так, Азвагор. Как, вот, как ты это... Как, почему? Не знаю, то есть, может быть, просто это дар, а может быть, я просто бог войны. А ты из какого? Дробаша, да, стреляешь? Нет, это УЗИ. Кстати, по-моему, время заканчивается. А, нет, или что вообще происходит? Я не знаю, короче, что происходит. Так, в общем, меня кто-то в спину. Ну вот кто-то. Так. Эдисон. Ну кто же? Охота начинается. Так, окей, так надо. Я постоянно забываю кнопочку нажимать, чтобы быстрее резаться. Ага, я тоже. Ну все, мой этот был стрей шарк. Какой-то там адреналин закончился. Тем временем. Не, от первого лица такое погружение, как будто реально, я не знаю, как я сам стреляю, да. Серьезно. Оп, просто... Это не слишком было? Это дробаш был? Это, понимаешь, тут странно, то есть если ты в корпус стреляешь из УЗИ, тебе нужно там полуобоймы выпустить, а если в хэд, то одна пуля. То есть вот настолько разница урон 10 раз больше идет, чем... Вот-вот. Оп. Так, немного отступимся. Так, как тебе такое, Фирамир? Бам! Это настолько было эпично! How you like this? Это настолько было эпично с моей камерой. Я из машины тебя задавил, Фирамир. Вы себе не представляете, как это было эпично. С моей камерой. Да. Ну ты сделаешь это на я смотрю на Фирамира. Я Злагор такой, знаешь, как в каких-то фильмах. Ну привет! С машины хреначит его. Я какую-то еще фразочку эпичную выдал при этом. Да. Это моя месть, Слагор, это моя месть за твой Ахтово. Оп, ай. О! What the fuck! Привет, Фирамир! Меня сзади стробачал!
А кстати, нормально. Очень хорошо опыт растет между четвертым. Очень, реально очень. Вот прикол. GTA реально, вот. Это ощущение вот эти не передать. Да, причем в КС там не так, то есть тут, блин, честь. Хард. Но я сейчас буду тебя потихоньку догонять, то есть у меня сейчас опять бустрей будет. Да, как всегда. Да, как всегда. У меня примерно такой же булстрей включается, когда я Silver 6 пытаюсь взять, у меня не получается. Да почему? Как так получилось? Ты не видел, как это было. То есть я за угла, знаешь, высовываю руку и убиваю его. О, фанат ПП, у меня ачивка какая-то, окей. Ух, вот это реально круто. Вот этот режим реально крутой. Согласитесь, что. Это причем карта такая вроде достаточно примитивненькая, но все равно ощущение просто супер. Серьезно. Это не очень, если честно. Я думаю, была бы. Так, я Злагор все испортил. Да, все. То есть. Всем понравилось, а Злагору нет. А Злагор, как всегда. Оп. Да почему, Феромир, ну как? Ты понимаешь, это надо правильный, то есть у тебя разброс большой, то есть ты такой спрей распределяй, короче, ты отводи руку, как учил русский мясник, вот, короче, по его заветам. Да, блин, ты просто читы выключаешь. Блин, не, походу читы выключать нужно именно Эдисон, то есть если я тебя убиваю на изи, то по Эдисону я даже попасть не могу. Как и я по тебе. Жесть. Так, может быть, тактику машины придумать, то есть я просто беру какой-нибудь хороший такой внедорожник, как Злагор, да? И вас давлю. Ох, не, согласитесь, это была неплохая тактика. Но это реально, ну, да. То есть я не ожидал, то, что меня вообще кто-то задавить да, может. Это реально очень эпично было. Я перед тем. Вот почему? Почему? Вот смотри, вот видели это? Иначе меня стрелять еще тебе даже. Кстати, ни разу не попал по мне, лол. Вот видели это? Как? Как? У меня этот барьер. О, мне уровень дали, где громило, ребят. У меня звание теперь громило. Поздравляю тебя, а у меня звание мистер Лузер. Ой-ой-ой. Я вот это я не догоняю, честно, когда я тебе стреляю 10 раз в. Я об этом и говорю, то есть почему-то хэт убивает мгновенно, а по телу тебе нужно там, не знаю, 10, там, не знаю, 30 пуль нафиг выстрелить, чтобы убить. Оу. У меня осталось одно хп, кстати. Ну у меня там вообще просто даже не видно, что осталось здоровье. Что это было близко. Так. Кстати, ладно. Мы с тобой на одном месте, Эдисон, то есть да, нас, ну, нас... Ты меня уже я вас скоро догоню, пацаны. Я какой? У меня три убийства у меня. Три, блин. Опасно. Опасно. Не, кстати, если у тебя реально пролагивает немного, то, возможно, у нас преимущество просто по кадрам в секунду. Да, конечно, именно так. Да. Как вот, смотрите, я... Подождите, стойте, не убивайте меня. Дайте, я хочу спросить у вас. Смотрите, я вот нажимаю Q, я потом и хочу стрелять. И ты спрятаешься за ближайшее укрытие из Q. Ага, вот так вот. Просто я стреляю обычно с Q, но... Блин, ой, иди нафиг. Дуршлаг. Превратил в дуршлаг. Соговор. Волшебные фокусы от Эдисона, знаете. Блин, там меня Эдисон уже пасет, я не знаю, куда идти, честно говоря. Что мне делать? Ну, ладно, ой-ой-ой! Дуршлаг. Fuck you! Что за хрень превратил в дуршлаг игрока злагу? Че такое вообще дуршлаг? Не знаю. Это который, знаете, макароны так это просеивают, или там еще что-то. А, это понятно, что из дробаша, короче, такую. Дуршлаг, да-да-да. А иди нафиг, иди нафиг. Да я уехал просто, идите нафиг. Короче, убить здесь. Точнее, когда-то не будет. Так. Аккуратненько. Я, короче, поехал просто кататься. Надоело. Это не твое, да? То есть там вот. Это да, я просто понял, что это не твое. Свобод ездок. Да. А, блин, ну. Вот я с Эдисоном вообще ничего сделать не могу, вот реально. Какой-то хард. Я вижу Злагора. Где ты катаешься? Давай, короче, он тут, где я тебя убил. Надо уже называть в этой карте, где тут лонг, где тут шорт какой-нибудь. Да фак. Так. А где ты был? Я вообще с другой стороны там, знаешь, ты укрылся так, а я сбоку за тобой. Эффективные способы укрытия. Нормально. Я пытаюсь играть с первого лица, но как-то пока что не очень получается. А ты до этого играл от третьего? Ну, иногда от первого, иногда от третьего. А я чисто от третьего, мне, кстати, реально начинает нравиться, то есть прям вообще. Так, там видишь, как-то перестрелочек. Как ты это сделал вообще? Я не знаю. Я пытался тебя задавить, но, к сожалению, не получилось. Ладно.
Было. Блин, Эдисон, ты, я тебя видел, ты куда-то скрылся. А, нет, я тебя вижу, ааа! Нет, нет, нет! Блин, ну, это вообще реально, ты там стрейфишься, и в тебя вообще не попасть. То есть, если я просто целюсь в аймом в эту хэт, то ты еще стрейфишься, и реально уже невозможно тебя выцепить, это серьезно. Вот так же, как и я тебя не могу убить. А я как раз таки в КС-ке тоже вместо того, чтобы стрейфиться, я обычно просто сложусь на картаны и все, что на чем меня хватает, в общем. Долгор, это было случайно, я стрелял в Фарамира. Честь. Просто по пулю попал, ну бывает, да. Более унижение. А мы до 30, по-моему, убийств, так что скоро Эдисон затащит. Может. Блин, реально, вот это самое веселое, что мы сегодня делали. Прям супер. Так. Блин, я даже не понимаю, куда стрелять, то есть я не вижу, то есть где ты, лоу. Капец, ну ты... Стоп, а ты из дробаша, что ли, в это время стрелял? Нет, конечно. Ты испугался, там просто этот чувак обычный, кто из дробаша, я думаю. Я вообще какой-то убогий, меня из дробаша на 50 метров так убивают. Знаете, дробаша ВП такое. Да-да-да, то есть там у него картечь такая... А ты где вообще был, лол? Ну Эдисон просто какой-то маньяк, он разошелся и вообще ничто его не остановит. Я убил его! Как? Я впервые убил Эдисона. А сколько это у тебя 4-й фраг? Да. Ладно, не впервые, но я его как раз уже убивал, но. Понимаешь, это все равно как бы. Вот смотрите, я на Q, да? Все, изи. Ну хотя бы второй, так мне, наверное. Не, ну у матча реально классно. Офигенно, просто жесть. А если бы мы играли четверо? О, мне 7000 долларов дали, офигеть. А мне 10, а мне 10. Нормально, так поднялся. Упс, до сих пор меня не отпустило, но все же, ребята, я надеюсь, вам понравилась эта серия. Не забываем ставить лайк, если вы хотите, чтобы мы с вами все-таки собрались и когда-то поиграли вместе. То есть я, Азлагор, Фирамир и наши подписчики. Поэтому, ребята, заканчиваем эту серию, надеюсь, она вам понравилась. Если вы хотите больше GTA Online, то все, что от вас требуется, это просто поставить лайк, и я пойму, что это вам нравится, и попытаюсь играть больше в GTA Online. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!